Добрый день, мои уважаемые подписчики, а также все те, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Ирина, и это мой ювелирный магазин Нефертити. Покажу вам сегодня полудрагоценные камушки от компании Aquamarine. Продаю комплектиками. Комплектики уходят совсем недорогие. Вот там маленькие, по-моему, там до... Сейчас сразу и скажу заодно, от самых маленьких, от 1400, наверное, они все будут. И чуть выше за цена за комплект. Конечно, чем крупнее камень, тем дороже стоит и комплектик. Здесь у нас немножко будет позолоты, совсем чуть-чуть, пара-троечка комплектов. Из камней аметисты, цитрины, топазы, зеленый гранат, раух и просто гранатик. Ну, вот так вот все это у нас выглядит. И сейчас мы эту красоту будем всю смотреть. Всю вам покажу. На виртуальной витринке этого пока нет. Если что, сегодня не разберете так через Viber, WhatsApp по заказам, тогда уже остаточки выложу на витринку. Потому что по моему опыту эти комплекты разбирают сразу, поэтому до витрины обычно доходит мало. Лучше уж сразу тогда и вам их. И здесь все покажу. Так, это у нас гранат, судя по цвету, да. Гранат, вставочки везде будут беленькие фианиты, серебро 925 пробы, все родированы. Камушки натуральные, вот все такие вот бирочки у Аквамарина, кто не видел, со всеми данными. Здесь скретч-код, проверить можно украшение на сайте, подлинность украшения по QR-коду. Здесь все указано, все массы, артикул, вес, где находятся, адреса производства, АТК, все, что можно здесь увидеть. Так, для заказа мне тогда фото или артикул, что углядите у комплекта, на Viber, WhatsApp. Вот такие вот сережечки, вес 1,65, кольцо в комплекте 17,5. Цена комплекта 1450. Дальше у нас комплект с цитрином. Здесь колечко побольше. Он идет в позолоте. Цена у него будет 2600. Также фианиты, серебро в позолоте. Вот такой вот солнечный яркий комплектик. Как солнышки. И позолота еще подчеркивает желтизну цитрина. Замочки вот такие, чтобы мочечку поддерживать. Сейчас попробую так близко, как могу. Вот, собственно, серьги. Вес 3,27. А кольцо размером... Сейчас мы дождемся. Фокус долгожданный. Не хочет. Кольцо размером 20,5. Вот такой. Повторюсь, комплект 2600. Так, следующий у нас тоже гранат. Сейчас вот перед 8 марта на подарки вот эти наборчики самое оно. Они легкие, красивые и, повторюсь, прям недорогие. Гранат фианиты, серебро без позолоты. Цена комплекта 2100. Гранат очень полезен молоденьким девушкам, да и женщинам в частности, потому что очищает кровь. Вот такие вот сережки. Вес у серег 2,06. Кольцо в комплекте 17,5. Далее раух топаз. Ухтопазик такой более классического вида в фианитах. Вот такой вот топазик. Цена комплекта 2100. Сейчас поближе. Вот такие сережки, заниженный замочек, много-много фианитиков. Кварц дымчатый ухтопаз. Вес серег 2,76. А колечко в комплекте идет 18,5. Здесь все в размер, не больше мерит, не мало мерит, ровненько все идут в размерчик. Так, аметист, крупный и большой размер.
И кольца большой размер, серьги крупные, сам камушек. Сейчас, секунду. А то короткая леска. Вот такой нежнейший сиреневый аметист. Здесь без фианитов все. А нет, вот по бокам, вот как хитро, смотрите, даже сверху не видно, по бокам оправы, вот они где. Все же, да, фианиты и аметист. Цена комплекта 4200. Сейчас будем смотреть красоту поближе. Вот он, вот такой замок, и вот они по бокам фианитики со всех сторон. Аметист багетной огранки. Вес серег 3,91. Колечко. Вот они, фианитики. Где же спрятались? Размер 19,5. Вес 2,45. Повторюсь, комплект 4,200. Так, дальше. Аметист. Сегодня у нас всего много. Хочется вам поскорее показать. Здесь аметист огранки сердечко. И фианиты. Вот такой комплектик интересный. Весом. Так, цена 2100. Вес серёг 1,96. Кольцо в комплекте 20. Вес 1,49. Очень нежненькие. И серьги такие. И колечко. Сердечко. Так, ускоряемся. Так, топаз в позолоте. Он идет в двух размерах. Два комплектика у меня. Вот так оденем. И еще серьгу добавим. Вот такой небесно-небесно-голубой топазик. Фианитами. Ой, завернулась. Не вижу. Вот такая красота. Так, цена комплекта каждого 4500. Есть комплект с размером кольца 20,5. И есть размерчик 17,5. Вот такие идут серьги. Здесь подвижная часть, позолота, занижен замочек. Вот такой топазик. Вес серёг 2,61. Так, колечки, уже размерчики сказала. Сейчас поближе. Вот такой вот яркий очень цвет. Колечко высокое. По бокам фианиты. 17,5 вес 1,75. 20,5 вес 1,8. Так, продолжаем. Продолжаем красоту. Раух топаз с фианитами. Это, по-моему, коллекция Максима была. Вот такая красотень. Здесь полировочка. Раух топазик, дымчатый кварц и фианиты. Вот такой замочек с поддержкой мочки. Цена комплекта 1850. Вес серёг 2,35. А кольцо в комплекте 19,5. Вес 2,17. Так, это вот сюда. Аметист еще один крупненький. Здесь уже точно без фианитов. Так, вот такие серьги замечательные. Очень много полировки. Аметист капелькой. Шикарно все смотрится. Очень хорошо занижен замок. Замок крупный, на любую мочку подойдет. Вот такая аметистовая капелька и поддержка мочки сзади. Цена комплекта 3,450. Кольцо в комплекте
кольцо в комплекте 18 с половинкой. Так, это мы только два ряда посмотрели. Переходим дальше. Так, тоже огранка аметиста сердечко. Наверное, самые небольшие серьги сегодня будут фианиты и аметисты. Цена комплекта 1600. Вот такой вот. Немножко занижен замочек. Аметистовая дорожка. О, фианитовая дорожка. Вверху аметист с сердечком. Вес серег 1,6. Колечко в комплекте 18. Вес 1,21. Так, далее крупный комплект с аметистом. Тоже из коллекции Максима. Вот такое кольцо. И серьги. Вот такая красота. Тоже фианиты. Серебро. Крупный аметист. Цена комплекта 400. Вот вам аметистик поближе. Поддержка мочки сзади. Большой замок, заниженный. Вес серег 3,72. И вот такое кольцо. Ну, можно наоборот одеть. Как бы вверх уголочком. Размер 18,5. Так, дальше топаз. Так, топаз. Без фианитов. Вот такая красота. Так, цена комплекта 4,800. Очень хороший замок, крупный, поддержка. Сейчас я пломбую. Поддержка мочки. Здесь можете выгнуть, поправить себе побольше эту часть. Большой замок, заниженный и топазик подвижный. Вес серег 4,17. Кольцо в комплекте. 17 размер. Так, опять аметист. Так, нет, это у нас не аметист, это у нас алексит, наверное. Сейчас, секунду, у меня кольца запутались. Так, это у нас алексит лавандовый. Алексит искусственный, но очень красивого цвета. Он немножко под освещением меняет свой цвет. Так, в принципе, он такой вот аметистовый, но более глубокий. Так скажем, цвет такой, ощущение, что электрический, немножко как бы подсвечивается изнутри. Тоже он с фианитами. Цена комплекта 2500. Вот такие серьги, чуть занижен замочек. И колечко в комплекте 17,5. Так. Раух топаз. Тоже маленький, прям тоненький. И сережечки небольшие. Вот такой вот комплектик. Цена 1250 за комплект. С фианитами. Вот они, сережечки. Раух топаз. Вес 1,56 у серёг. И колечко 18,5. Так, приступили к нижнему ряду планшеточки. Так, борчик с аметистом. Их два. Ой, надо было наоборот. Ладно, давайте вот так. Подвижные серьги. Фианиты, серебро без позолоты. Вот такой вот с аметистом. Цена комплекта 3000. Один будет с размером кольца 17, другой 18. То есть на выбор, смотря какой вам размерчик. Серьги чуть занижен замок. Эта часть подвижная. Тут закрепки
ворсинки остаются. Так, вес серег 2,49. Колечки размера сказала 17 и 18. Нежнейший аметист. Так, зеленый агат. Зеленый агат. У меня тоже два комплекта. Разные размеры. Зеленый агат и фианиты. Агат по цвету ближе прям к изумрудному такому. Так, цена комплекта 1550. Размерчик кольца или 17 или 18. Вот такие сережечки. Тоже тут все подвижно. Вес серег 2,22. Вес кольца примерно 1,2. Здесь 1,28. Так, и еще два комплекта с аметистом. Тоже мне на все пальцы сразу. Три аметиста и сережечки. Так, это два комплекта у меня. Цена 2650 за комплект. В серьгах получается два аметиста треугольных. Сейчас тут уберу. Занижен замочек. Поддержка для мочки, фианиты. Вес средний 2,41 у серёг. Колечки размером 18,5 и 17,5 вам на выбор. Вот такая вот сегодня у нас сад, как я говорю, полудрагоценных камней. Вот такая красотища. Вот, немножко уже разорила я витринку свою. Для заказа, повторюсь, лучше Viber, WhatsApp. Данные для заказа внизу под видео. На виртуальную витрину пока они не выложены. Все данные для заказа остальные Instagram, группа ВКонтакте. Виртуальная витринка тоже все под видео. А я вам желаю приятного вечера. Спасибо, что смотрели. Всех люблю. Пока-пока.